Желтенькие, как солнышки, яблочки. Какая красота. Какая красота. Обожаю. Достала, помыла, чтобы есть. Потому что забываю достать из холодильника и забываю есть. А витамины нужны. Сегодня пятница. Во вторник уже опять идти на рынок. А у меня еще очень много что осталось. И айву надо есть, и гранаты, и авокадо надо есть, и огурцы, помидоры. Кстати, помидоры очень вкусные, на этот раз взяла, такие прям, знаете, как тепличные, пахнут очень вкусно. Перцы надо есть, мандарины, так это зелень у меня. В общем, у меня включены новости, время 15:04, а я уже надела купальник, я пошла на море. Так, так, так. Нужно платье взять. Все то, что она делала, это не в Америке Европейского Союза. У меня здесь все. За дверьми. И Россия приятно себя серьезно. За дверьми. Значит, я надеваю платье. И туничку. Море как раз прогрелось. Температура воды Средиземного моря 22 градуса. Идеально. Часик-полтора поплаваю. Выйду из воды. Сниму купальник. Надену платье без нижнего белья. И пойду на море. Тужурку сейчас так вот надену, чтобы не тащить его. У нас и 22 градуса, и 22 градуса моря. В общем, надо идти купаться. Надо идти купаться. Муа. Мой любимый мужчина. Все. А, ну, естественно, мусор. Мусор забрала. Естественно, естественно, естественно. Все как всегда. Мусор на море, 9 ноября, а картина не меняется. Все как всегда. И я этому очень рада. Повторяю, тепло, но кофту надеваю, чтобы ее не тащить. Тащить ведь надо. Ну, нафиг. Ой, какое солнышко, как хорошо. Тепло. Хорошо. Так. До моря, конечно же, пойду пешком, не на каком такси. Надо хоть 10 тысяч шагов-то выхаживать. Ой, красота какая. Последнее время так мало двигаюсь. Мираба. Это мусорка к магазину относится. Можно, конечно, было... О, Оксана идет. Надо надеть очки, потому что солнышко прям в глаза. Волосы заплела в косичку, ну, чтобы они по плечам не мешали, когда буду плавать. Я же еще тот пловец-то, еще тот. А у турков прям зима. Они все в куртках, в пиджаках. Прям зима зимняя. А все цветет, вон красные цветочки. Я ускорю шаг. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. О, цветочки, цветочки. Такая зелень, да, молодая. Только распускается. Красота. А, знаете, в Турции так устроено. Одно отцветает, второе зацветает. Повторяю, что я буду плавать 1-1.5 часа. Время начала 4:00. Ну вот турок, пожалуйста, идет в футболке. Эти в куртке. Ну, потому что на мопеде. Ветерок же. А, кстати, в Турции распространено очень. Мужчина женщину за ручку ведет. Вот именно не под ручку, а за ручку. И я так хожу. И я так хожу. Не сомневайтесь, хейтерюги. Просто вы этого не увидите.
Это увидят только те, кто за меня искренне рад. Ой, солнышко скрылось. Солнышко скрылось и стало... Ой, дайте, позвольте, я пройду. Тем более, это пешеходный переход. Игенлер! Опять азан. Такое ощущение, что в Турции жизнь от азана до азана, да? Эзан, говорят. Эзан. Как высоко. Как высоко. Давайте, давайте быстрее. Ну вот, прекрасно. До моря мне осталось минут 10. Я разденусь и упаду в пучину морскую. Надеюсь, что не штормит. Надеюсь, что гладенькое такое море. Чистое. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Ну вот они, реалии Турции, видите? Мандарины упали, апельсины. И подавили. Вот они, видите? Мандаринки, вот они. Представляете, какой крупный апельсин? Да такой крепкий. Ой, какой роскошный апельсин. Слушайте, давайте я сюда положу. Может быть, если его никто не возьмет, обратно пойду заберу. Если заберут, то заберут. Хорошо. Но сейчас он мне в сумочку не войдет. Да что таскать его буду зад вперед. Я думаю, мандарины есть. Я еще свои не сожрала. Как и в любом порядочном городе, у нас есть свой театр. Представляете? Театр. Я живу от него недалеко. Постановки. Шекспир, Ромео и Джульетта, Гамлет, тут еще Макбет, так, Отелло. В общем, вот так вот. Ничего себе, да? Кто, интересно, играет? Привозные актеры или турки? Работы какие-то ведутся. Где эти красивые-то птички? Беленькие только сидят в клетке. А павлины где? Вот они ходят, эти курицы. Вот они. Ага. Ну это, видать, самочки. Вот они. Без хвостов. Вот они. А павлин-то где? Слушайте, это, наверное, молодые птички, потому что у них рождались птенцы. Я руку сквозь решетку просунула. У них рождались птенцы. Вот, вообще-то, шейки-то сизые. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Если я буду так останавливаться на каждую сизую птичку, ни до моря не дойти. А вот же мне уже рукой подать. Вот оно море-то. Вот оно, вот оно, вот оно. Турки такие вообще пиздоболы. Сидеть будет полчаса, говорить. Нету птичек-то? Нету. Тут тоже они могли быть. С одним остановишься, поговоришь, с другим. Не дойдешь, блядь, до моря никогда. Сейчас уже солнышко будет садиться. Цветочки. Но я не могу красоту не замечать. Я всегда иду и смотрю. Этих самокатов понаставили. О, деревья подстригли. Такие лысые стали. Вот эти вот. Кабриолет. Ой, так некрасиво, когда после подстрижки деревья. Посмотрите, они все. Ой, как некрасиво.
Ой, какой котик. Ой, глазки-то какие грязные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мусорка, да, чистейшая. И здесь тоже мусорка чистейшая. Посмотри, как, да, смотрят хорошо. И зелень какая. Ой, новые листочки. Ой, посмотрите. 9 декабря. Посмотрите, сколько новых листочков нараспускалось. Роскошно. Эти бездельники-таксисты. Ну, в общем, все как всегда. Знаете, чем напахнуло? Хлоркой. Напахнуло хлоркой. Прямо вот такой вот нашей, как у мамы на работе, помню. Они там всегда все мыли, чистили, обрабатывали. Парковка практически пустая. Вся середина пустая. И все говорят по-русски. Вот и все, вот и все. Отголоски дождя. Радуга в луже. Пляжный баскетбол. Вот он, да, курортный город. Никто ничего не делает. Русские играют. 11, что-то там сколько-то. Смотрите, только русские. Голоса-то все. Все голые, там музыка играет. Класс, да? Картина не меняется. 9 декабря. Баскетбол. Супер. Супер. Ага. Кто в куртках, кто голый? Не поймешь. Фикусы, фикусы, фикусы. Ох, я надеюсь, море не штормит. Но вроде нет. Вроде бы нет. Тут уже все. Фотосессия. Вы все узнали язык. Фотосессия. У меня тоже фотосессия. Все правильно. Все. Везде свои. Ну, так, мне кажется, ребята из Казахстана. А народу там много. А народу-то реально много. И народ купается. Хер поймешь, да? Люди вот купаются в воде. Кто-то лежит просто на солнышке. Хотя лежать, наверное, не очень, наверное, тепло. А народу много. И море сегодня роскошное. Впрочем, как всегда, народ есть на пляже. У нас на Клеопатре всегда своя атмосфера. Всегда. Я раздеваюсь и в воду. А ну, так. Где удочки, не очень хорошо, наверное, заходить. Еще их на их крючки. Народу-то реально много. Да. Загорают, купаются. Вон тот парень, который стоял в прошлый раз, руки в стороны разводил. Вот они, наши люди.
даже можно быть уверенной, что это русские. То ли снимаю, то ли не снимаю. ХЗ вообще. Нет, я не как морж. Нормально, абсолютно. Маленько, прохладно. Я не буду скрывать. Но я сейчас попривыкну. И будет нормально. Сейчас я буду гребсти, разгребать. О, нифига себе, турки купаются. Вон девчонка с парнем. Турки. О. Ого. Вот. Водичка чистая, роскошная. Вон мужчина плывет вдоль. Так, подожди, я же одной рукой гребу. Мне нельзя от берега далеко. Мне надо вас вынести и плавать. Потому что я же не хочу замочить телефон. Ой. Вот сейчас попривыкла, вообще классно. Вообще. Господи, какая я счастливая, а? Ой. Уже волосы замочила. Ну-ка, Инна, встанешь, нет? Встала. Считай, я 1.65 м. Вот такая вот глубина. Ну вот. Ой. Ой. Ой, ой, ой. Хорошо, что я взяла очки. Вот я ходила купаться. Очки не взяла и плыла по направлению туда. Слушайте, я сделала такую ошибку. Мне пришлось плыть с закрытыми глазами. Это так некомфортно. А сейчас в очках-то я гребу да гребу. А вот обратно плыть очень удобно. Потому что. В спину. Солнышко. Ой. Инна, не утопи телефон. А, кстати, я сережки переодела. Вечером хочу надеть такие квадратиками, чтобы красиво быть. Хотя уж куда красивее-то, я и все понимаю. Ой. Морская звезда. Нет, я просто звезда. Чуть-чуть штормит морешко-то. Чуть-чуть, совсем-совсем. Чисто, красиво, прозрачно. Волнуется. Очень красиво. Удивительно. Вот посмотрите сами. Видите, да? Такой, наверное, потому что ночью дожди. И такое оно. Не потому, что я в воду зашла, оно волнуется. Оно волновалось и без меня. Вот такие вот суровые будни у меня. Вот такие вот. Что скажете? Я, конечно, сейчас понимаю, что многие люди любят зиму туда-сюда. А, я тоже была вынуждена любить зиму. 38 лет. Сейчас я хочу пожить 38 лет. Рядышком с морем. А потом решим, что мы любим остальные. И еще потом следующие 38 лет. О, как вам? Как вам такая атмосфера? А ну? А ну? А ну? Да, такие волны. А я же гребу. Да нет, пошлила, я стою. Но меня маленечко мотыляет на волнах. Мотыляет от счастья. Сейчас у меня в душе мир и покой. Вроде бы я ни с кем не в ссоре. Все, кто мне нужен, при мне. Со всеми помирилась. Ну что, такая жизнь. Такая жизнь. Опять все сделала так, как мне надо. Боженька, конечно, помог, но... Ну, в общем, ну такое. Ну такое. Не буду скрывать, очень счастливая. Очень. Ла-ла-ла-ла-ла. На спине сейчас не плаваю, потому что, помните, вода там... Вот сейчас вода вообще теплейшая. Вода там не залилась в ухо.
Два или три дня у меня было, как это, шум, как пробки такие. Самолет. Какой-то, мне кажется, боевой самолет, потому что летит очень низко. И маленький, махонький. Вот, мужчина вышел из воды. Вон там парни плещутся. Я плещусь. Ну, короче, чего, мне надо плавать? Мне некогда с вами. Я понесла вас на берег. И поплыла. И поплыла туда, до Буйков, обратно. И так 2-3 раза хочу. Сегодня время позволяет. Время-то еще мало. Я до заката должна обернуться. Потом приду, быстренько волосы мою. Ну, туда-сюда. И к вечеру к Бухиче готова. Хейтеры, привет! Привет!